Воскресенье порадовало по-настоящему зимней погодой, и горожане поспешили в парк, чтобы застать долгожданный снег. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха было шумно и весело. Кто-то катался на лыжах и тюбингах, кто-то просто прогуливался, наслаждаясь свежим воздухом и зимним пейзажем. А детвору ожидала встреча с Дедом Морозом. В парке существует традиция – накануне Старого Нового года провожать его в Великий Устюг. В теплой душевной атмосфере у камина под чай из настоящего самовара дети вместе с дедушкой читали новогодние и рождественские сказки. Медведь показывал театр теней и корчил гримасы. Зверята коровы пели новогодние песни, хоть и не слишком складно, но зато громко. А после сказок ребята читали новогодние стихи, за которые получили сладкие подарки. И, конечно, пообещали Деду Морозу терпеливо ждать следующего Нового года, чтобы вновь встретиться в парке. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Всех с